И как свидетельство дружественных отношений между Нидерландами и Казахстаном, сегодня в столице появилась площадь Амстердам. Церемония открытия прошла с участием заместителя премьер-министра, руководителя аппарата правительства Галымжана Кушербаева и премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте. Новая площадь расположилась вдоль набережной реки Акбулак по улице Пушкина. К слову, площадь Астана в Нидерландах также есть. Она существует с 2015 года и находится в городе Роттердам, который является крупнейшим морским портом Европы. Во-первых, хочу отблагодарить вас за теплый прием и оказанное гостеприимство. Я очень рад вернуться в этот город и хочу сказать, что он не перестает меня удивлять. И для меня большая честь сегодня принять участие в открытии площадки Амстердам в Астане. С того дня, когда в ноябре 2015 года в Роттердаме был открыт сквер Астана, я надеялся, что такая же площадь будет открыта и в столице Казахстана. Сегодняшнее мероприятие является доказательством прекрасных двухсторонних отношений между Казахстаном и Нидерландами.